Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, к
которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, коллеги! Мы продолжаем наши встречи с Этери Борисовной Мумладзе. И сегодня мы немножечко поговорим о дифференциальном диагнозе при лейкоцитурии. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, как клинически мы можем заподозрить у ребенка пелонефрит? Ну, давайте начнем с раннего возраста. Ранний возраст, очень трудно в раннем возрасте сказать, что он бледный, вялый, тургор ткани снижен за счет пелонефрита. Он не скажет, что у него болезненные, есть боли какие-то поясничные области. Он не скажет, что у него боли вокруг пупка, где, в общем-то, справа и слева лоханки, да, проецируются. Он этого не скажет. Но мы видим, что ребенок какой-то вялый, бледный. И тогда мы обязаны у этого ребенка сдать анализ мочи. Да, и обязаны подумать о том, нет ли у него вот изменений в анализах, патологии почек. Понимаете, взрослый ребенок скажет, что у него болит поясница, а у детей раннего возраста у них генерализация процесса. Они не могут локализовать, понимаете, они не скажут. У них генерализация идет, да, у них и боли в животе могут быть, он будет сучить ножками вот так, да, он будет беспокойный, он будет и при мочеиспускании беспокойный. Надо смотреть УЗИ и так далее. А вот если ребенок несколько старшего возраста, он скажет, что боли, такие неприятные ощущения поясничной области, давящие какие-то, да. Вот эти боли могут иррадиировать вниз, да. Вот боли вокруг пупка. Это почки тоже, да. Мы смотрим симптом Пастернацкого, да. Но симптом Пастернацкого не так, чтобы, знаете, как вот ладошкой. Да, да, да. Надо обязательно, значит, ладошку на поясничную, на проекцию почки вот так проперкутировать. У маленьких детей вообще иначе перкутируется. Подставляются руки под спинку и вот... проекции почки, значит, давящие большим пальцем, и как реагирует ребенок. Ну, очень сложно. Ребенок маленький, он может реагировать на то, что его трогают. Понимаете, вот это. Но если какие-то есть изменения, все же мы можем, есть еще лейкоцитурия, если, тогда вы скажете, вот он беспокойный, надо нам вот так, да. Теперь при обследовании надо обязательно, ну, мы говорили с вами о стигмах, мы же говорили о стигмах, да? Да. Соединительной тканной дисплазии. Надо не забыть посмотреть наружные половые органы. Коллеги, это обязательно. Не смог смотрят иногда, да, а, ну, все нормально, мама скажет, у нас там все нормально. А бывают у девочек синехии. А что такое синехии? Это сращение малых половых губ. А когда синехии, после чего? Если у ребенка вульвиты были в анамнезе. И сращиваются малые половые губы, и как у кенгуру, как бы там мешочек образуется, туда заливается моча. И, в общем-то, и там она инфицируется, конечно, и периодически она, в общем, она, когда мы сдаем анализ мочи, она это может вылиться туда. Mm-hmm. Чисто технически, да, механически. Поэтому мы должны обязательно смотреть ребенка, девочку, обязательно в любом возрасте наружные половые органы. Обязательно. У мальчика тоже надо смотреть наружные половые органы, да, нет ли гипосподии, коллеги, но... Головку выводить до 4-летнего возраста ни в коем случае нельзя. Из моей практики, скажу вам, из Подмосковья звонит мне доктор, главный терапевт, ну, не хочу сказать, какого города, и говорит: Этери Борисовна, вы знаете, у меня мальчик, 9-месячный ребенок. Доктор пришла и сказала, надо посмотреть, нет ли фимозы. Она буквально выдернула вот эту головку, понимаете? Вот
И у него вот нагнаивается теперь, ему больно мочиться. Я говорю, срочно везите. Я не стала заниматься этим ребенком. Это дело урологов. Я отвела к урологам. А урологи говорят, надо руки оторвать доктору, который у 9-месячного ребенка хотел вывести головку полового члена. Ни в коем случае. А если, когда это можно сделать? Если у ребенка уже 3-4-летнего возраста головка не выводится, тогда можно думать, что фимоз. Очень важно еще уточнить, как ребенок мочится. Нет ли гиперрефлекторного мочевого пузыря или гипорефлекторного мочевого пузыря. Что значит? Он должен, взрослый ребенок, он может мочиться, как и взрослый, 4-5 раз в сутки. Маленький ребенок мочится 10 до года, допустим, 10-12, но бывает ребенок 12 раз, но бывает ребенок мочится 4-5 раз, это плохо до года. Это гиперрефлекторный мочевой пузырь, да? Или он мочится чаще, через каждые там полчаса, это гиперрефлекторный мочевой пузырь. Гиперрефлекторный мочевой пузырь и гиперрефлекторный, и гипер, это, в общем-то, ведет к тому, что может... Это осложнится циститом, а дальше и пиелонефритом. Поэтому обязательно это относится к разряду нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. В норме моча должна изливаться ламинарным током. Один слой, потом второй слой, потом третий слой. То есть ламинарно, да, спокойно. При гиперрефлекторном мочевом пузыре моча изливается турбулентно, завихрениями. И если вот эта турбулентность, и эта турбулентность приводит к тому, что омываются наружные половые органы у девочки. И очень часто, это очень часто приводит к тому, что возникают вульвиты, вульвовагиниты. Понимаете, у девочки при гиперрефлекторном мочевом пузыре. А гиперрефлекторную, ну, это недостаток, плохо мочится, это тоже застой мочи, тоже очень плохо, но это урологи тоже занимаются. Но мы педиатры, мы нефрологи должны об этом говорить и помнить. Итак, симптом лейкоцитурии. Значит, мы должны посмотреть, есть ли отток, нормальный отток мочи, посмотрели наружные половые органы. Дальше мы, наверное, должны посмотреть, есть ли нормальный отток мочи на уровне мочевого пузыря или на уровне почек. Ну, и... то есть это УЗИ нам дает. Да, УЗИ нам показывает, если есть лоханка увеличена, гидронефроз, да, гидронефроз. Притом, если это есть гидронефроз, то это надо уточнить, значит, какой гидронефроз. Может быть, гидронефроз, вода в гидро. В лоханке, да, а бывает и гидроколикоз, чашечки расширены, да, вначале чашечки идут, потом они изливаются. А часто это встречается? Вот, в вашем да, процессе? Часто. Это уже аномалия. Аномалия, и это уже надо, и должны этим ребенком заниматься, надо экскреторную урографию делать или динамическую нефросцинтиграфию, надо этого ребенка обязательно обследовать. Вот еще один вопрос я хотела бы спросить. Чем отличается аномалия от пороков развития почек? Когда есть аномально анатомически измененная почка, анатомически, или гидронефроз, или горбата, или белоктазия, или стеноз, и есть нарушение функции почек. И вот если есть анатомические изменения и нарушение функции почек, мы тогда должны говорить о том, что имеет место порок развития почек. Порок развития. А если аномалия, а функция еще сохрана, мы тогда говорим аномалия развития. Угу. Ну и то надо обследовать, лечить. Уролог должен заниматься этими больными. Все это зависит. Да. Да, должен все это заниматься уролог. И все, и за этим ребята или дети должны, в общем-то, быть обязательно под колпаком. И у нефролога, и у уролога. Обязательно. Хорошо. А все-таки как нам отличить наиболее часто такие встречающиеся заболевания, как цистит и пиелонефрит? Ну, пиелонефрит имеет свою клиническую картину. Во-первых, пиелонефрит всегда да, наблюдается интоксикация. Да, видна интоксикация. У ребенка раннего возраста, мы уже говорили об этом, вялый, дряблый, кожный покров сниженный, мышечный тонус, мышечный тонус недостаточный. Это при
температура без причины. Вот, коллеги, очень важно еще один вопрос. Без причины подъема температуры. Очень часто, вот как-то я забыла об этом сказать, но это очень важно. Мама иногда говорит, ну да, бывает иногда поднимается температура, но доктор говорит, ну и что, зубки режутся. Ну и что, ну там туалетик, может быть, или что-то. Коллеги, без причины подъема температуры мы обязаны обязательно сдавать анализ мочи, потому что вот бывают такие латентно текущие состояния, да, воспаления, когда как бы без причины вдруг лейкоцитурия. Этим ребенком надо обязательно заняться. Не надо списывать эту беспричинный подъем температуры на отиты, на прорезывание зубов. Это большая ошибка. И мы можем пропустить большую патологию. Вот это обязательно надо, чтобы это они помнили и знали. При циститах интоксикации никогда не будет. Почему? Потому что пиелонефриты это, в общем-то, воспаление лоханки и подслизистого слоя. И здесь очень близко капилляры. Продукты воспаления попадают в организм, в кровоток, и они вызывают, как бы, это ведет к интоксикации. А вот при цистите интоксикации никогда у ребенка не будет. У него такой цистит, ну, дизурические бывают явления, а бывают цистит без клинических проявлений. У него цистит выраженный, а интоксикации у ребенка нет. Он будет толстый, такой, ну, упитанный, да. А клинических проявлений может не быть. Но циститы иногда протекают с клиническими проявлениями. И очень часто, особенно у взрослых, да, которые говорят, что болезненность при мочеиспускании, боли надлонном, да, болезненность при мочеиспускании. Вот, коллеги, есть один симптом, о котором надо помнить. И я сейчас скажу, когда болезненность при мочеиспускании в начале мочеиспускания или в конце мочеиспускания. Если болезненность при мочеиспускании в начале, то это, говорит, должно нас насторожить в плане уретрита. То есть относительно кислая моча проходит по воспаленной уретре, это особенно у мальчиков. И, конечно, они беспокоены, это уретрит в начале мочеиспускания. А если боли в конце мочеиспускания, вот он помочился и потом, о, маленький ребенок или взрослый сказал, что больно, это, говорит, зацистит. Это, коллеги, нюанс такой, этому меня научили урологи. Это очень такой нюанс, но это надо знать, мало кто знает об этом. Почему при цистите? Потому что детрузор сокращается, мышца мочевого пузыря, она воспаленная. И в конце мочеиспускания будет боль надлоном. Да, вот именно за эти нюансы мы благодарны этим встречам, Дарья Борисовна. Что-то еще характерное для циститов? Вот именно цистита. Что отличает цистита от других заболеваний? Ну, для цистита клинически это боли при мочеиспускании и дизурические расстройства. Когда у коллег я спрашиваю, доктора, что такое дизурия? Вот это надо обязательно, чтобы они... Это надо обязательно. Что такое дизурия? Они говорят, частое мочеиспускание. Другие говорят, редкое мочеиспускание. А третьи говорят, болезненное мочеиспускание. Все неправильно. Дизурия – это частое или редкое мочеиспускание, но обязательно болезненное. Это дизурия. А не так, что отдельно частое, отдельно такое. Вот если говорим мы, что дизурия у ребенка, значит, частое или редкое мочеиспускание, но обязательно болезненное. А уж будет в начале мочеиспускания, как мы говорили с вами, это уретрит, или в конце мочеиспускания сокращается детрузор, мышца мочевого пузыря, это будет цистит, это уже другое дело. До свидания, до новых встреч. И я надеюсь, что мы еще раз встретимся с Этери Борисовной. Ой, уважаемые коллеги, Надежда Леонидовна, спасибо вам большое за то, что вы помогаете в лечении, помогаете в сохранении здоровья.